20 марта 2022 года, во второе воскресенье Великого Поста, мы празднуем День памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Почему? Вспомним одну из главных целей поста, которую обозначил сам Господь наш Иисус Христос. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Это, конечно, сказано Спасителем о бесах, то есть бесы, страсти и грехи отходят от человека и из человека только молитвою и постом. Поэтому Церковь после трудной первой седмицы Великого Поста дает человеку надежду на светлое Христово воскресение праздником торжества православия, который и есть словно бы прообразом Пасхи в конкретно историческом смысле. Христос победил смерть, Его Церковь победила, побеждает и победит ересь и всякое зло в мире, ведя верных ко спасению. Со второй седмицы святые отцы, водительствуемые Святым Духом, начинают водить нас в чудный и спасительный мир православной аскетики. И так как бесы от нас изгоняются молитвою и постом, а мы уже постимся, то Церковь учит нас молиться. Через труды и воспоминания о святителе Григории Паламе, великом учителе молитвы, который обобщил путь умного делания Иисусовой молитвы афонитов, перенявших его у египетских и палестинских подвижников, и написал немало трудов на эту тему в полемике со своим оппонентом Варлаамом. Посредством святителя Григория Церковь призывает нас к молитве и к чтению трудов святых отцов о правильной трезвенной молитве. В 14 веке в Византии разгорается спор о природе фаворского света. Был ли он феноменом тварным, но сотворенным, или даже просто атмосферным явлением, или же нетварным, то есть самим Богом. Почему это важно? Подвижники во время углубленной молитвы тоже видели свет. Они верили, или точнее чувствовали, или знали, что видимый ими свет – это Бог. Речь таким образом шла об опытном богопознании, о реальной жизни с Богом. Опыт показал, что сам Бог непосредственно соединяется с людьми. Противники же Паламы, Варлаам, Григора и Акиндин разными богословскими средствами отвергали паламистское учение о нетварности света. Часто взгляды антипаламитов сводят к варлаамской ереси. Это полемическое упрощение. На самом деле, паламитский догмат атаковали с разных сторон и по разным причинам. Как и всегда в догматике, истина явила себя в форме антиномии. Бог непознаваем и недоступен сам по себе, но его энергии познаваемы и доступны. Энергия здесь означает действие. Ее не стоит путать с энергетикой. Речь идет о том, что делает Бог, о божественной жизни, действий и реальности. Так Палама вводит различие между сущностью Бога и его энергиями. Насколько реально это различие? Энергия Бога и есть сам Бог, поэтому его познание возможно через жизнь с Ним. Энергии Бога не слиянны, но и не раздельны сущностью Бога. Различие сущности и энергии не вносит сложности в простоту Бога. Бог не познаваем по сущности, но познаваем в своих энергиях, которые есть Он Сам. Почему все так сложно? Потому что самое сложное – говорить о простом. Бог бесконечно прост. Божество выше всяческих понятий и совершенно свободно. Бог не сводим к понятиям сущности и энергии. Паламитский догмат, как и всякий догмат, это парадокс. Он не информирует о чем-то, но лишь указывает на тайну и преображает ум этим указанием. Вот о чем Церковь напоминает нам в эти дни, напоминает о тайне обожения, как возможно твари соединиться с нетварным, ибо это и есть наша главная задача. Вернемся к подвижникам, чей опыт защищал Палама. Они своими чувственными глазами, телесными глазами видели нетварный свет. Здесь коренная черта христианского аскетизма. Что он делает с телом? Побеждает? Нет, спасает. Свет пронизывал их плоть. Вот это
так раздражала антиполамиста. Сейчас мы постимся, то есть в первую очередь что-то делаем со своим телом, меняем режим питания, если грубо, зачем? Чтобы спасти тело, приготовить его к вечной жизни. Чай воскресения мертвых, то есть воскресение тел. Бог недоступен твари, в том числе нашему тварному уму. Интеллектуальное познание Бога также невозможно, как и кажущееся абсурдным телесным. Основное деление проходит между духовным и телесным, ведь и то, и другое тварное, и то, и другое нуждается в спасении. Главное деление проходит по линии творец-тварь. Святые видят нетварный свет и глазами ума, и глазами плоти. Абсурдное с нашей точки зрения возможно по любви Божией. Поэтому, вступая в пост, стремимся спасти не только тело, но и душу, чтобы потом встретить своего жениха Христа.